был влюблен, когда создавал Гаую. С тех пор любой, оказавшийся на ее берегах, испытывает легкое чувство любовного опьянения. Гауя река непростая. Местами милая и тихая, как Золушка, а местами разгульная и опасная, как Кармен. Но всюду она прекрасная и завораживающая. Настоящая чародейка. Как и пристало истинной чародейке, Гауе нравится наряжаться. И одно из ее изящных украшений – это Валмера. Такая же переменчивая и игривая, как сама Гауя. К реке город относится с уважением, оставляя ее берега нетронутыми приютом для птиц и для влюбленных. Как чудесно гулять вдоль этих берегов, разбрасывая в речные воды только что собранные цветы, или лучше сварить из них чай. Как кому больше нравится. Если вы не знаете, какие травы пригодны для чая, а какие нет, спросите у гостеприимных валмерчан. Они расскажут и научат вас многому. Особое обаяние Валмеры кроется в ее исторической застройке, которая хранит память о бурном прошлом и о жизнерадостном народе. Ведь где добротное пиво, там веселье всегда в достатке. А пиво в Валмере варят уже со старых добрых шведских времен. С ходом столетий оно становится только вкуснее. Поднимем бокалы. Прека! А вот велотрасса BMX – это гордость Валмеры наших дней. Вот откуда берутся наши удалые чемпионы Европы и мира, наши олимпийцы. Правда, Гауя на все это наверняка смотрит философски. Что пара десятков или сотен лет для нее с ее скалистыми берегами из песчаника, поднимающимися из воды с незапамятных времен. Хорошо, что Бог был влюблен, когда рождалась Гауя.